Поздравляют сотрудников Брестской городской больницы скорой медицинской помощи для учащихся Бучемлянской вспомогательной школы-интерната стало уже доброй традицией. Третий год ребята под чутким руководством своих учителей готовят праздничный концерт. Некоторые ученики приехали в город над Богом впервые. Для них эта поездка – настоящее приключение, которого они ждали с большим нетерпением. Радуются этому путешествию и те, кто уже бывал в Бресте. Сюда как бы приехали с пасхальным концертом. Ну, не впервые мы уже ездим. То на 8 марта получалось, то еще как-то. Вам нравится приезжать? Да. Почему? Не знаю, удовольствие себе, да и людям как-то. А к вам часто приезжают гости? Да, с Ирландии приезжают. Вот, может, с месяца назад с Германии приезжаем. Всего в Бучемлянской вспомогательной школе-интернат обучаются около 100 ребят. Почти половина из них – сироты. Мечта детей, лишенных самого главного в жизни – родителей. Однажды встретить Пасху именно с мамой и папой. Сотрудники больницы понимают, насколько непросто этим детям. И ищут любую возможность, чтобы восполнить ту нехватку любви и заботы, в которой так нуждаются ребята. Мы ежегодно встречаемся с этими детьми. И дети ежегодно приезжают к нам. И мы с ответным визитом всегда едем к ним. Как правило, они к нам приезжают 8 марта. Вот в этот раз они решили сделать такой пасхальный концерт. И нашим сотрудникам это очень нравится. Это открытые очень дети, они добрые, такие чувственные. И мы всегда с радостью готовы видеть у нас в учреждении. В нашу школу дети попадают по направлению коррекционного центра. У нас специальная программа обучения. Вот они занимаются. Из этих, я хочу сказать, у нас из 98 детей, 40 детей – дети-сироты. Каждый из этих ребят постарался выступить как можно лучше. У кого-то получилось хорошо, у кого-то за счет волнения чуть хуже. Но главное – в искренности детей, а в ней нет сомнения. И концерт, который они подготовили к светлому празднику Пасхи – это выражение их благодарности людям, которые о них заботятся по велению сердца.